было ее любимым словом. Свои первые духи она назвала «шокирующие», а придуманный ею оттенок малинового «шокирующий розовый» она зарегистрировала как свою торговую марку. Ее биография называлась «Моя шокирующая жизнь». Она соперничала с Коко Шанель, и это обогащало творчество каждой из них. Но ее влияние на современную моду было гораздо шире, чем наследие великой мадмуазель. Эльза Скиапарелли родилась в 1890 году в родовом палаце Корсиньо. Ее отец Эрнесто Скиапарелли был известным археологом и востоковедом. Прадед по материнской линии служил консулом Великобритании на Мальте, а дед был советником правителя Египта. А вот известный астроном Джованни Скиапарелли, который открыл ледниковые каналы на Марсе, приходился ей дядей. Однажды он увидел на щеке любимой племянницы родинки, которые были расположены так же, как в большой медведнице, и предсказал ей, что это принесет ей удачу. Верила Эльза в предсказания или нет, но она часто использовала рисунок созвездия и на стульях для своей гостиной, и в россыпи бриллиантов на своей любимой броши, и в принтах на платьях. Понятно, что такие родственники, каждый по-своему, влияли на формирование воображения девочки. Правда, оно порой выходило за рамки общепринятых представлений. Чего она только не выдумывала. Однажды она сказала кухарке, что она подкидыш в семье, и та 2 дня рыдала над несчастным детством девочки. Чтобы проснуться утром красивой, она решила посадить цветы на собственном лице. Забросила семена в рот, в уши, в нос и легла спать. Ее еле спасли, а цветы так и не выросли на лице. Чтобы не отстать от красавицы и умницы сестры, она прилежно училась. Но получая новую информацию, она иногда использовала ее как руководство к действию. Однажды она прочитала где-то о парашюте и сконструировала его из зонтика и выпрыгнула со 2-го этажа. Благо, приземлилась она на навозную кучу. На исповеди она взяла все грехи исторических персонажей на себя и так разволновалась, что упала в обморок. Начитавшись библейских рассказов, она решила пойти вслед за Иисусом и являть чудеса и шагнула в негашенную известь. Вовремя подоспел садовник. В 13 лет отец берет Эльзу с собой в путешествие по Тунису. Она была в восторге от необыкновенных орнаментов, сочетаний цветов, от яркости и сочности африканской природы. В Рим она вернулась повзрослевшей. Отец отдает ее в технический колледж. Математика, физика, химия так утомляли Эльзу, что она на лекциях стала писать стихи лирического содержания. А когда ее кузен издал поэтический сборник, был скандал. Отец был в ярости и даже отправил Эльзу в католический пансионат в Швейцарию. Там она объявила голодовку, и отцу пришлось забрать Эльзу домой. Она продолжила свое образование в Риме. Она изучала искусство, литературу, живопись, занималась сама скульптурой, и ей даже пророчили успех на этом поприще. В 20 лет Эльза отправляется в Лондон, но делает остановку в Париже. Она захотела встретиться со своим другом детства. И он неожиданно приглашает ее на бал. Это был первый бал в ее жизни, а платья бального не было. И она в галерее Лафайет покупает темно-синий крепдешин и кусок ярко-оранжевого шелка. Шить платье было некогда, она сколола булавками синюю ткань, а из оранжевой смастерила тюрбан. Вечером на балу она произвела фурор. Но в самый неподходящий момент, во время танго, платье на глазах у всех стало разваливаться, и ей пришлось, как Золушке, убежать с бала. В Лондоне она часто посещала всевозможные лекции, и на одной из них она влюбилась в лектора-оккультиста графа Вильяма де Карлора. К утру они были помолвлены.
А когда родители срочно приехали в Лондон для того, чтобы расстроить свадьбу, их дочь уже оказалась законной супругой графа. Вильям имел хорошую родословную, но у него не было денег и моральных принципов. Теперь Эльза устраивала его лекции, а он с удовольствием проматывал ее деньги и волочился за каждой юбкой. Вскоре они уезжают в Нью-Йорк, но и там граф крутит романы, включая Айседору Дункан. И в это непростое время Эльза узнает, что она ждет ребенка. Девочка появилась на свет уже после развода с графом. Его дочь Мария Луиза Ивон Рада видела его всего несколько раз. Когда ей было 6 лет, он умер. В это же время умирает отец Эльзы, и мать и сестра настаивают на ее возвращении в Рим, но непокорная дочь отказывается от опеки и выбирает самостоятельность. Следующие несколько лет были очень тяжелыми для Эльзы. Она перебивалась случайными заработками, снимала крохотный номер в отеле, и при этом она узнает, что ее дочь Ивон больна детским церебральным параличом. Она в ужасе бросается на поиски хороших врачей и находит их. Вопрос денег обострился до предела. И тут ее подруга предлагает ей продавать одежду из Парижа в маленьком магазинчике. Дела у Ивон пошли на поправку, но врачи настоятельно рекомендуют Эльзе направить девочку в специализированный пансионат в Лозанну. На заработанные деньги она организовывает переезд ее в Швейцарию, а сама поселяется в Париже. Каждый день, каждую минуту она только и думает о том, где заработать деньги. Ведь счета из Лозанны она должна была оплачивать вовремя. От этого зависело здоровье и будущее ее дочери. Она была прекрасно образована, и первое время она работала помощником антиквара, экскурсоводом. Она водила дружбу с самыми известными художниками и часто появлялась у них в компании в великолепных нарядах собственного производства. И все недоумевали, почему же она не откроет свое собственное ателье. Но у Эльзы никогда не было это в планах. Но однажды в ее жизнь вмешался случай. Как-то она увидела на знакомой американке элегантный вязаный свитер. И когда она узнала, что он связан армянкой на соседней улице, у которой там была небольшая мастерская, она тут же заказала себе черную модель с белым бантом-обманкой. А еще через несколько дней появилась в таком наряде у своих друзей. Оказался директор по закупкам сетевых магазинов «Страус» и сделал ей заказ на 40 таких же свитеров. Это помогло ей стать популярной, а армянам открыть трикотажную фабрику. Далее Эльза выпускает сразу несколько коллекций свитеров с африканскими узорами и с рисунками матросских татуировок. А ее черное вязаное платье было самым популярным в 1927 году. Вскоре она переезжает на улицу Мира в мансарду, и это место превращается в одно из самых популярных ателье в Париже, где собираются самые красивые женщины со всего мира. Много работает. Она постоянно посещает свою дочь в Лозанне. Швейцарские врачи сделали чудеса. Девочка не только научилась ходить, но и кататься на лыжах. К 30-му году она известный модельер. Кого сегодня удивишь газетными принтами на тканях? А ведь это Эльза придумала тогда печатать газетные вырезки о себе любимой на косынках и платьях. В 1932 году появляется знаменитая коллекция бижутерийской аппарели, которую она сделала совместно с Дали и Кокто. Это была настоящая революция, ведь до нее носить бижу в приличном обществе было моветоном.
Скиапарелли разрушила этот стереотип. И сразу же самые известные и самые состоятельные клиентки захотели иметь безумство от Скиапарелли. А материалами для изделий из этой коллекции могли послужить и таблетки, и перья, карандаши, ластики, леденцы, да все что угодно. В 1934 году Эльза Скиапарелли открывает свой бутик на Вандомской площади, а еще через год показывает свою коллекцию со знаменитыми платьями с застежкой молния. В то время молнии были довольно грубые, и использовались они в основном для чемоданов. И агрессивные, тяжелые застежки вдруг показались очень оригинальными на легком шелке. Эти платья раскупались мгновенно. В следующей своей коллекции Эльза использовала объемные аппликации в виде бабочки. Этот образ она очень любила и часто использовала в рисунках на тканях. Для нее это был своеобразный символ преображения. Вплоть до начала Второй мировой войны Эльза одевала Марлен Дитрих, Грету Гарбо, Кэтрин Хепберн, Мишель Морган и Мэй Уэст. Кстати, последняя была ее постоянной клиенткой и заказывала не только вечерние наряды, но и сценические костюмы. Капризной и не любила ездить на примерки в ателье, а часто присылала вместо себя манекен. Когда Эльза приступила к выпуску своих первых духов, она использовала этот манекен для создания флакона для духов. Кстати, получился аромат насыщенно-приторно-сладким. И только самые смелые и самые уверенные женщины решились на такой эпатирующий и шокирующий аромат. Странно, но почему-то редко говорят о том, что Скиапарелли создала костюмы к 27 фильмам. Но шила она только главным героиням. Например, для Мэй Уэст в фильме «Каждый день праздник». Или для Зизи Габбар в фильме Джона Хьюстона «Мулен Руж». А как часто современный кинематограф использует цитаты от Скиапарелли. Посмотрите на шляпу Эльзы «Леопард» и сравните ее со шляпой, которая была на героине в фильме Тарантино «Бесславные ублюдки». А знаменитая шляпа-туфель, которую Скиапарелли сделала вместе с Дали, разве она не точная копия шляпы из фильма «Бразилия»? А великолепный жакет с белыми кожаными аппликациями «Мадам Симпсон». Это же он появляется в фильме Джанко Дзефирелли «Чай для Муссолини». И это только первое, что приходит на ум. По эскизам Дали совместно с Эльзой они создали не только знаменитую шляпу-туфель. Была и шляпа-отбивная, и шляпа-телескоп. По эскизам Дали была создана сумка-телефон. Костюм с множеством карманов, которые напоминали выдвижные ящики секретера. А еще Скиапарелли использовала знаменитый принт Дали «Оранжевый лобстер», который она разместила на вечернем платье для будущей герцогини Виндзорской. Кстати, это платье и еще 17 нарядов от Скиапарелли вошли в ее свадебное приданное. Эльза сотрудничала со многими известными художниками. Не только Дали помогал ей, как то разрабатывал ей мотивы для художественной вышивки. А французский художник Жан Хуго придумал знаменитые пуговицы-скульптуры, которые стали визитной карточкой ее дома. Эльза была первой, кто с такой легкостью ввела моду на сюр в моде. В 1936 году Скиапарелли подарила миру цвет фуксии, шокирующий розовый. Тогда же Эльза
Эльза выпускает коллекцию «Остановись, смотри и слушай», в которой она предлагала использовать дождевики в вечерней одежде, а сари расшить бисером. А еще эта коллекция была интересна тем, что пуговицы в ней напоминали суверены, луидоры и даже конфеты. Перед самой войной она выпустила коллекцию «Астрология», в которой звезды и небесные тела расшила золотом. Эльза, как и многие другие, тогда увлеклась авиацией. И это хобби обернулось для нее созданием нового стиля «пилот», который современные дизайнеры время от времени возвращают в моду. В 1938 году она выпускает сразу две коллекции – языческую и цирк. На создание первой ее вдохновляют картины Боттичелли, второй – знаменитый американский цирк Барнума. Началась Вторая мировая война, и Скиапарелли выпускает практичную и очень концептуальную одежду. Например, комплекты для бомбоубежища, в котором было множество огромных карманов. Ведь сумки в то время были не актуальны. Во время бомбежки сумка могла потеряться, ее можно было забыть. А еще она придумала длинные прямые юбки с высокими разрезами по бокам для велосипедисток. И когда женщина одевала шорты под юбку, она могла свободно добраться до работы и уже потом не переодеваться в другой костюм. Когда Париж оккупировали немцы, Эльза эмигрировала с дочерью в Америку. Там она делала все возможное для того, чтобы привлечь внимание самых состоятельных американцев к проблемам оккупированной Франции. Она организовывала концерты французской музыки. Она организовывала выставки современного французского искусства, а вырученные деньги перечисляла на счета приютов для французских детей-сирот. Она даже закончила курсы медсестер и долгое время работала в больнице. Но сразу после освобождения Франции она возвращается в Париж. Ее первые послевоенные платья были элегантными и практичными. Но, к сожалению, они уже не имели коммерческого успеха. В Париже балом правил Христиан Диор. В 1953 году Эльза Скиапарелли объявила о закрытии своего дома моды. Она ушла с Олимпа быстро и элегантно. У нее был дом в Париже, вилла в Тунисе. Она часто проводила время у дочери, которая нежно любила свою мать. И это было настоящим счастьем для Эльзы. А еще без малого 20 лет она посвятила себя своим двум внучкам. Дочерям Ивон, Марис и Берри. И, кстати, застала их всемирную славу. Старшая внучка, актриса Марис Беренсон, сыграла у Лучано Висконти в фильме «Смерть в Венеции» и в знаменитом фильме «Кабаре». Живя в Тунисе, Эльза написала книгу, которую назвала «Моя шокирующая жизнь». Она умерла во сне 13 ноября 1973 года на 83-м году жизни. Перед самой смертью она передала свою роскошную коллекцию платьев музею Филадельфии и Парижскому музею моды и текстиля на улице Риволи. Ее дочь Ивон исполнила все, что просила мама. Она похоронила ее в любимой розовой пижаме в маленькой деревушке Фрукур. Наследие Эльзы Скиапарелли еще не оценено и до конца не осмыслено современниками. Она одна из тех немногих, кто придумывал моду, предугадывая ее развитие.
Сегодня ее цитируют в своих коллекциях и Джон Гальяно, и Жан-Поль Готье, Маскина, Вивьен Вествуд, Дольче Габбана. А Кристиан Лакруа посвятил ей полностью свою прошлогоднюю коллекцию осенне-зимнего сезона. Мир моды знает единицы дизайнеров, модели которых актуальны всегда. Ведь тысячи талантов не заменят одного гения. К сожалению. Или к счастью.